Привет, буду приступать к работе, к ремонту головки, то есть замене водяных заглушек. И как раз можно будет поменять вот эти вот пружинки на рокера, так как они уже свое отслужили. Снимаются они очень просто. Так вот выворачиваем. И рокер снят. Рокера желательно не путать, где какой стоял. Каждый на свое место. Регулировочные штоки не будут меняться. Да и сами рокера желательно не менять местами. У каждого своего место уже выработанное. Так что мой совет — местами их не менять. Так, вот у нас глушка. Буду я ее выкручивать. Попробую достать, не выкручивая сами регулировочные винты. Не получится, тогда придется их откручивать и выкручивать уже саму глушку. Ну, эту глушку, понятно, выкрутится, и она ничему не мешает. То вот и такие дела. С этой стороны глушка выкрученная. Я еще ничего не делал. Потом почистить ее внутри, хорошенько обезжирить. И потом герметиком нанести. Вот у меня обычный автомобильный герметик. Очень хороший. Мне нравится. Те, которые черные, красные. Как по моему мнению, они уже свое отжили. Ты такие пироги. Сейчас возьму ключ и попробую открутить. Если же не получится, будем выкручивать регулировочные. Итак, ля финита комедия. Ничего у меня не получилось. Я не выкручивал, достал заглушки, но они так позакисали, что... Ну, они алюминиевые. Шестигранник вставил, начал выкручивать. Просто-напросто то, что и следовало ожидать. Грань полностью облизала. Здесь, здесь и здесь. Ну что, буду проводить ту же самую манипуляцию по извлечению глушки, так как на вот этой. Так, каждый раз включаться и выключаться занимает время между работами, но я все равно покажу, почему, когда прорвало одну глушку, то есть она сгнила или еще что-то с ней произошло, а с ней ничего больше произойти не может, только то, что она может сгнить, то нужно менять полностью все четыре. Вот, всего лишь доторкнулся отверткой, всего лишь легенько дотронулся отверткой, и как мы видим, можем лицезреть, здесь просто-напросто образовалось, отверстие. Не будем говорить нехороших слов. Вот почему я всегда говорю, если менять... Прогнила одна заглушка, нужно менять полностью все. Хоть они даже не проявляли в себе течи. Вот эта вот заглушка вроде бы, да, как бы живая, целая. Но, тем не менее, все равно... Менять их полностью надо. Все четыре. Это как бы вам на заметку. Итак, первый кусочек мы извлекли. Вот как видно. Вот здесь виднеется. Не знаю, камера передает, не передает, но виднеется там уже резьба. Теперь вот здесь мы освободили тело. Аккуратненько вот здесь напротив, так как бы стать, чтобы видно было, напротив так вот пропиливаем. Долгое дело, нудное, но ничего, пропиливаем. И потом аккуратненько, чтобы не зацепить резьбу, вот эту часть, одну сторону свести вовнутрь,
И вот эту часть тоже так. И вот эту внутреннюю часть. Ну, ее получится свести вот отсюда, ударить. Вон видно отверточка. Тоже свести вовнутрь и все. И забираем. И вытаскиваем отсюда старую глушку. То же самое проводим с этой и с этой. Так, все заменил я глушки. Все получилось у меня по красоте. Так, где ты там? А, вот. Все, все три стоят. В принципе, не очень много времени заняло эта вся процедура. Так. Вот эта глушка. Все, все закручено, все затянуто. Поменял я пружины рокеров. Все новые стоят. Все, теперь буду выносить это все дело на улицу. На улице солнышко. Пускай потихоньку подтягивает герметик. Если вам видео было полезным, ставим лайки. На канал подписываемся. Пока-пока.